Театр начинается с вешалки, а ресторан с некоторых пор с термометра. Требования ковид-безопасности в красногорских заведениях общественного питания вновь проверяют представители отдела потребрынка администрации. Первый визит в Чайхану в ТЦ «Солнечный рай». Перчаточки, масочки и одноразовые пленочки для гостей, если вдруг они понадобятся по желанию гостя. Также рециркулятор стоит. Прошу вас, проходите. Температуру померили? Да. Всем гостям? Да. Отлично. В составе инспекции сегодня и члены местного отделения «Единой России» с молодогвардейцами. В проверках они участвуют еженедельно. И хоть партийцы не вправе наказывать за нарушения, быть в курсе того, как предприниматели заботятся о красногорцах, считают своим долгом. Мы проверяем непосредственно сознательность людей и непосредственно сознательность самих руководителей общепитов, точек общепита, для того, чтобы постановление губернатора все-таки соблюдалось. Потому что, в первую очередь, важно здоровье каждого человека в данную нелегкую ситуацию. Поэтому мы также присоединились совместно с потребрынком администрации. Мы совместно проводим данные проверки. Проверка сегодня и в Якитории. Здесь соблюдаются все те же требования. Измерение температуры, наличие антисептика и запаса средств защиты для забывчивых посетителей на входе и социальная дистанция в залах. Похожие правила действуют для торговых центров и магазинов, напоминает в отделе потребрынка администрации округа. Проверки проводятся ежедневно. На следующей неделе у нас уже запланированы рейды по рынкам, по рынкам строительным, в том числе, это, я думаю, будет рынок Петровский, торговый центр, и также торговый центр «Балтия». Продолжатся проверки и в заведениях общественного питания, также в сетевых продовольственных магазинах. Еще в планах отдела потребительского рынка и услуг посещение крупных торговых центров с кинотеатрами. Для них тоже установлены определенные стандарты работы в условиях пандемии.